Привет, дорогие друзья, с вами я, мистер Макс, и сегодня будет видеообзор на каталог 2016 года, и давайте начнем. Вот что у нас изображено на обложечке, сами видите, все классно, ярко, также у нас и рыцарь знак Сунайтс, вообще каталог прикольный. Также у нас изображено все на обложке классно, и давайте рассмотрим наш каталог. Так, у нас потом легодупло пошло здесь у нас, но это неинтересно, поэтому я смело все наборы пропущу. Да, не-не-не, я чересчур пропустил, да. Потом пошли у нас наборы по классик, вот. Давайте я вам поудобнее, чтобы вы увидели. Так. Вот, потом здесь у нас пошли еще наборчики. Вот у нас новые наборчики по джуниор, вот эти два наборчика и вот этот наборчик. То есть очень много новых наборов. Они очень классные, но, к сожалению, они рассчитаны на младшую аудиторию. Но в целом очень классный наборчик, это вот этот с Локи. Мне очень понравился. Потом здесь у нас пошли у нас Лего Креатор. Сами видите, все наборчики классные, можете поставить на стоп. Потом пошли у нас следующие наборчики. Я просто буду показывать более ускоренно, поскольку, чтобы не затягивать время. А вы можете поставить на стоп. Дальше наборчики интересные. И пошли Миксели. Они сумасшедшие, ребята. Еще Лего Фрэндс, но я пропущу ее, поскольку эта серия мне не нравится. И думаю, вам не нравится, ребята. Какие-то наборы. И пошли у нас Лего Сити. И вот наш Лего Сити. Какие-то новые наборы, старые. И там комикс был. Можете поставить на стоп. И вот сейчас. Вот. Ой. Немного не так. Вот. Поставить можете на стоп. Да. Потом здесь у нас еще наборы. И потом здесь у нас вот наборчики. Еще наборы. Тогда. И еще наборы. Поставьте на стоп, и вы можете все спокойно рассмотреть. Вот наборчики целые. Я буду помедленнее показывать. Итак, потом здесь у нас пошли Лего супергерои. Ну, мне больше всего смутило Майти Микрос. Многие подумали, например, мой одноклассник подумал, что это просто фигурки нормальные, которые продаются в таких маленьких наборчиках. Он хотел все вот эти купить, но потом я ему сказала, что это с маленькими ножками, и это нарушение нашей аудитории, у него сумасшедшие лица. И сразу он перехотел, и сам я не хотел покупать эти наборчики, но они немного странные, ребята. Потом у нас наборчик, который намекает на отряд самоубийц, и у нас наборы по Бэтмен против Супермена. Я, наверное, куплю все-таки вот этот наборчик, вот этот. Мне просто он очень нравится. Потом у нас Лего Марвел, супергерои. Потом у нас пошли здесь у нас Лего новые супергерои. Вот у нас здесь уже по новому фильму Капитан Америка 3, также вот эти сумасшедшие маленькие ножками вот эти наборчики, также обычные, также здесь у нас по фильму. И мне больше всего понравился Человек-муравей, огромный, ребята, сборная фигура, я вообще в шоке. И очень классно, что здесь там маленькая фигурка даже есть. Speed Champions. Так, это у нас, я уже перекатился куда-то. И пошли у нас Бионикл. Бионикл хорошая серия, но, ребят, ну, я не фанат Биониклов. Ну, фанат, но не такой сильный. Я... Биониклы прикольные, но у меня всего лишь один набор, Страж Огня, и то он старый. Такое. По поводу новых наборов, они безумно классные. Мне больше нравятся, чем предыдущие. Но мне только не понравился Ануа и Гали. Вот эти два мини-фигурки, две, да. Потому что они немного такие странные, ребята, и они мне не понравились. И также здесь какие-то такие каракатицы. Потом здесь пошли Бионикл старые. Вот. И пошли у нас новая серия мини-фигурок. Я обязательно ее куплю, но не все. Я куплю две фигурки. Ну, три, там, пять, я не знаю. Ну, куплю, наверное, две фигурки или одну вообще. И покажу вам обзор на эту на фигурки. Или на фигурку, я не знаю. Так. Потом пошла Next Unites. Серия классная. Вот у нас замок находится. И также логотип. Дальше наборчики. Они красочные, классные, ребята. Наверное, будет обзор на моем канале на эти наборчики. И также еще следующие наборчики. Потом Ниндзяго. Еще наборы. Можете поставить на стол, посмотреть, насладиться. Вот наборчики.
И пошли у нас Лего Нинди. А, ну, да, они все равно шли. Так, потом Лего Майнкрафт. Серия классная, но они безумно дорогие. Я сейчас делаю свою самодельную постройку по Майнкрафту. Боже, скоро будет обзор на моем канале. Ну, на мою самоделку. Я обзоры на... Ну, я наборчики эти не буду приобретать. Они очень дорогие, я не хочу. Это бессмысленно. У меня моего друга есть и так наборчики. Я у него там попрошу. Потом еще наборчики. Старенький. И также у нас Майк... Блин, не Microsoft, это уже что-то начал этот... Microfighters. Я что-то начал... Когда начал делать обзор, я говорю Microsoft чего-то. Так, потом на забаром наборчики по фильмам и Microfighters. Кстати, мне очень больше всего понравился вот этот. Потому что с него можно, кстати, армию собрать. Вот эту, из вот этих. Потом пошли у нас наборчики. Кстати, у меня там на канале можете посмотреть. Наборчики вот такие вот интересные. Вторая половина 2015 года. И пошли у нас наборы последнего эпизода. У меня, кстати, вот этот Кайло Рен Шаттл. И они, наборчики, смотрятся довольно-таки прикольно. Даже Кайло Рен смотрится грозным, такой персонаж. Здесь самый такой вот непопулярный набор такой, который на него все обзоры делали, это вот этот Спидер Рей. Мне самый классный, кажется, набор, это вот этот транспортировщик, Кайло Рен Шаттл, этот... Тысячелетний сокол и вот этот истребитель. А все остальные такие уже простенькие. Дальше. Что-то повторяются странички. И пошли у нас бэтл-паки. Конечно, прошлые лучше, поскольку с них можно было собрать армию. А вот с этих, к сожалению, нельзя собрать армию. Никаким толком. Ну, разве что из этих. Поскольку там два штурмовика одинаковых. А больше других никого нет. Например, здесь они, у них разные туловища. У этих тоже чего-то разное. У этих тоже. Ну, они в целом прикольные. Я приобречу, наверное, какой-то или нет, я не знаю. Так, потом пошлите у нас... наборчики у нас по Звездным Войнам. Я, наверное, какой-то куплю. Мне больше всего нравится вот этот истребитель Оби-Ван и Хан Соло. Больше всего мне не нравится. Ну, больше всего мне... Больше всего мне как бы нравится... Ну, не больше всего нравится, а меньше всего нравится. Это у нас вот этот с капсулой. Потом здесь у нас какие-то еще какой-то... Откройте для себя девовежные игры. Лего. И из Авантажу и... ну, как бы бесплатные игры на iPhone и на Android. Или на Android, да. И потом сборные фигуры, конечно. Они, конечно, вот эти, у них больше деталей, чем у этих. Поскольку у этих меньше деталей. И они более эффективные и более логичные. Поскольку у них там более круто все и такое. Потом пошли идти дальше. У нас техник. Новые наборчики. Ну, это не новые, а вот уже новые. Можете поставить на стоп, посмотреть, насладиться. Да, вот наборы все прикольные. Мне они очень нравятся. Какие-то такие логичные, классные. И здесь у нас Mindstorms. Наборчики новые. Новый додаток EV3 Programmer. То есть какая-то новая программа, что-то уже новое. Mindstorm, кстати, дорогой. Он стоит 22 тысячи рублей. А в Украине он стоит 9 тысяч гривен. 10 тысяч, 9 тысяч или 10 тысяч, не помню. И архитектура. Серия немного странная, поскольку ну наборы классные, прикольные, но... Цена безумно дорогая, я вообще в шоке, ребята. Цена там, блин, на один набор, там 800 гривен, ну, у нас в Украине. А этот, а набор, нормальный стандартный набор с таким размером, 700-600 гривен, 500. Ну, 800 это совсем палка, ну, это разве что эксклюзивный набор. Я просто, я захожу в магазин, там даже эксклюзивный набор иногда привозят, например, привезли. Batman Beyond Gotham я его не приобрел, поскольку я не знал, что это эксклюзивный набор. Он там продавался, но очень дорогая цена, 800 гривен, 160 деталей, хоть он эксклюзивный, но цена немного странная. И вот каталожик наш, я уже вам все рассказал, ребята, да, вот. Вот весь каталожик, вот его обложка, и мы уже рассматривали, и этот каталог будет идти с января по июля, да. И это у нас был видеообзор на каталог, всем спасибо за просмотр, поставьте палец вверх, подписывайтесь также на канал внизу, также комментируйте, всем удачи, всем пока!